Всем привет! Мы на Ибице, а это значит, что мы продолжаем снимать календарь Wall Fashion 2020. Оставайтесь вместе с нами, и впереди много всего интересного. Модели со всего мира. Это Wall Fashion. Поехали! Дамы и господа, добро пожаловать на второй этап съемок календаря World Fashion 2020. Мы находимся на изумительном острове Ибица. Ибица разительно отличается от нашей первой локации — картины Дампеццо. Здесь невероятно красивая природа, море, пляжи, интересные места, клубы и рестораны. Это идеальное место для идеального отдыха. Так что, ребята, хватит думать о работе. Пора наслаждаться жизнью вместе с телеканалом World Fashion. Погнали! По приезду на остров мы объехали все самые красивые места. Мы посмотрели остров Эсведра, который окутан большим количеством легенд. Также мы побывали в разных концах острова. Мы посмотрели северную часть и южную. Здесь очень много красивых бухт. Мы выбирали локацию под каждый образ и под моделей. То есть мы планировали показать весну через одежду, через реквизит, который мы использовали. Сегодня мы сделали макияж в стиле нюд. У нашей модели очень красивые глаза. Мы их подчеркнули, добавили ресниц, сделали губы более пухлее. Волосы мы зачесали и сделали мокрый эффект, блестящий, зеркальный, как будто наша модель только что вышла из моря. Привет, меня зовут Тамирис Лопес, я из Сан-Паулу, Бразилия. Я безумно рада принять участие в проекте телеканала World Fashion. У нас отличная команда, хочется поскорее увидеть результат. Тамирис, модель из Бразилии, очень эмоциональная. У нас получилась съемка в стиле Дольче Габбана. Фотографии залиты солнечным светом. Скоро все сами увидите. Мне нравится мой сегодняшний образ и макияж. Выглядит очень круто и подходит мне по духу. Место съемок невероятное. Так красиво!
Сегодня мы снимаем в необычном месте, в прозрачном полностью бассейне, подводная съемка. Модель ныряет с головой в платьях. Первый образ напоминает медузу. Такое не силуэтное платье от бренда Avaro Filho. Я находилась в бассейне 3 часа. Чуть не умерла от холода. Тем не менее, я очень счастлива быть в таком невероятном месте. Мой первый образ – белое платье, которое очень много весит. Оно было настолько тяжелым, что мешало нырять. Было нелегко. Наш фотограф Паскаль – настоящий профессионал и потрясающий человек. Работа модели на самом деле не всегда так проста, как многие люди об этом думают. Даяна Мэллоу приняла участие в съемках в холодном бассейне. Температура на улице была около 19 градусов, температура воды была около 17-16. Это было 7 утра, солнца не было, ветер с моря. Она провела 1,5 часа в бассейне в холодном. Это заслуживает уважения. Но зато кадры получились шикарные. И мы, как съемочная группа, конечно, довольны и благодарны. И счастливы, что она, кстати, не заболела. Это очень важно. Сумасшествие! Зато получились модные снимки. Точно. Второй образ более силуэтный, сексуальный. Это красное боди и корсет от бренда Avaro Filho. И я добавила немножечко аксессуаров для того, чтобы добавить этой необычности в подводную съемку. Девушка ныряет в очках. Помогите! Затем я надела платье моего любимого красного цвета. Это невероятно сексуальный цвет. Наши стилисты подобрали весенние луки для моделей, и мы находили под каждый образ место, которое бы соответствовало настроению этого лука. У меня сегодня было 2 лука. Локация была очень интересная и необычная. В такой локации я снималась в Твери. Если честно, мне было немножко страшно, потому что там очень высоко, и был очень сильный ветер, и очень сложно стоять на каблуках. Платья были очень красивые, развивались на ветру. You and I better cross that line, honey, I'm green.
Вторая модель — Лаура, из Латвии. Она блондинка и очень красивая. У нее совершенно иной типаж. Локация напоминает пустыню, поэтому для модели мы подобрали очень красивый образ в песочных тонах. Снимки Лауры совсем другие. Очень спокойные, нежные и мягкие. Была девушка, у которой самой были кролики, она знала, как их правильно взять и держать в руки, что все было в порядке. Мне очень понравились мои образы, и я буду ждать, когда выйдет календарь. Заблокировали две яхты, чтобы добраться до острова Форментера. Для того, чтобы все получилось, мы перемещались на машинах, на лодках, на яхтах. Мы использовали большое количество оборудования, потому что никогда не знаешь, какая будет погода. Она меняется каждые полчаса. Для нас эта съемка этого дня самая дорогая в организации оказалась. Мы должны были организовать, найти на этом маленьком небольшом острове лошадь. Мы должны были организовать еще и логистику всю. Это было, конечно, все сделать очень сложно, тем не менее мы справились. Невозможно стоять на ногах, просто качает невероятно. Ребята, вы крем взяли с собой на берег, Паскаль спрашивает. Сегодня мы работали почти в полевых условиях, потому что пришлось делать макияж в ресторане. Было немножко сложно, но мы справились. Мы сделали, приготовили две модели, поменяли 4 лука. Очень красивые у нас платья и шляпы, и головные уборы, и аксессуары очень дорогие. Меня зовут Наоми, и я из Парижа. Я безумно рада быть здесь и работать с такой прекрасной командой. Огромное спасибо за эту возможность. Я всем очень благодарна. Я счастлива быть здесь. Всех люблю и целую.
Даяна, отвернись от меня немного. Попозируй давай. Получились замечательные съемки. Даяна и Наоми на лошади. Но это просто было шикарно. Сегодняшние съемки захватывают дух. Я еле сдерживаю эмоции. Мы на острове Ферментера, и это похоже на сон. Невероятный закат, изумительный свет, модель из Парижа и еще одна из Испании. Подождите минуту, мне нужно вам кое-что показать. Возможно, не лучшее фото, но можно посмотреть. Видно? Мне очень нравится. Не часто увидишь подобное, да? Такое возможно только на канале World Fashion. Сегодня в 5 утра мы проснулись, чтобы приехать на пляж Ибицы и задекорировать лодку овощами. В буквальном смысле мы приготовили такой суп овощной. И образ, который я подобрала для модели, тоже меня инспирировал в этих цветах овощных. И он будет такого яркого зеленого цвета. Привет всем, меня зовут Анна де Сантана, и я из Бразилии. Мне понадобилось 24 часа, чтобы прилететь на эти съемки. Я в полном восторге. Волшебная команда, невероятное место и потрясающие снимки. Скорее бы увидеть все фотографии. У нас была очень классная идея для съемки. Так как мы снимали для весенних месяцев, реквизитом послужили весенние овощи, которыми усыпали лодку. На мне было очень красивое платье, не могу дождаться результата. Будь с нами, смотри канал World Fashion. Мы закончили съемки на Ибице для весенних месяцев календаря. Здесь было все самое красивое — модели, образы, локации, съемки на лодках и в других прекрасных местах. Так что с уверенностью могу сказать, что все весенние месяцы отсняты. Мы сделали это. Не забывайте смотреть канал World Fashion. Канал номер один. Задача была снять весенние месяцы
Мы это с успехом сделали. У нас очень много фотографий, будет большой выбор. Все поработали на славу. И стилист Ангелина с Дарьей, и визажист Марина, Катя, как исполнительный продюсер. В первую очередь хочу сказать спасибо нашему генеральному партнеру Mercury Group за поддержку и за доверие. Потому что такого уровня проект мы делаем впервые. Благодарю Sun Secret Collection за предоставленный отель. Ну и, конечно, спасибо всей нашей группе. Спасибо моделям, спасибо продакшену, спасибо фотопродакшену. А какой у нас замечательный фотограф, просто душа компании, Паскаль. Ну, спасибо тебе большое, потому что ты, конечно, заряжаешь и модели, и всю группу. Ждем с нетерпением замечательных фотографий. Следите за выпуском серии «Бэкстейдж календаря World Fashion 2020» и оставайтесь вместе с нами. До встречи! Time and I will fly us away.